Всем привет! Нас повсюду окружает огромное количество суеверий, примет и поверий. Все они, за редким исключением, родились в древние времена, когда науке многое не было ясно. Как бы там ни было, многие приметы и суеверия сохранились до сих пор, имеют место быть, даже в наш век современных технологий. Казалось бы, зачем продолжать верить в те вещи, которые уже много раз опровергли научной теории? Но как ни странно, суеверия чаще всего были основаны не только на опасности неизвестного, но на огромном многовековом опыте наших предков. Поэтому к некоторым приметным суевериям все-таки есть смысл прислушаться. Зеркало в обычном обиходе людей появилось очень давно, но сразу же вызвало подозрения и опасения. Действительно, огромное количество примет связано именно с зеркалом. В общем, зеркала в любом их проявлении очень сильно пугали наших предков. Они считали, что нельзя очень долго смотреть в зеркало, а ночью необходимо вообще избегать контакта с ним. С незапамятных времен наши предки считали, что зеркало обладает очень негативными свойствами. Оно может засасывать души людей в потусторонний мир, зазеркалье. И, к сожалению, выхода оттуда нет. Согласно древней мифологии, зеркало превращается в портал именно после захода солнца. Но помимо того, что душа человека, смотрящего в зеркало ночью, может перейти в зазеркалье, человек также может стать свидетелем жизни потустороннего мира, что незамедлительно приведет к лишению рассудка. Отсюда, скорее всего, и появилось поверье, что нельзя смотреть в зеркало ночью. Конечно же, сейчас уже никто не верит в портал из зеркала. Однако многие придерживаются основных суеверий, связанных с этим предметом. В частности, многие стараются реже смотреть в зеркало в темноте. На самом деле, какая-то логика в этом есть. Давайте вспомним времена, когда возникло большинство легенд и суеверий. Электричество еще не существовало, а следовательно, слабое освещение свечки или полнейшая темнота. В темноте действительно очень опасно смотреть в зеркало. Мало ли что может нарисовать воображение из танцующих теней. Можно запросто увидеть призрака или домового. От странных фигур действительно можно сойти с ума. Скорее всего, именно поэтому в древности считалось, что нельзя смотреть в зеркало ночью. Что касается современной жизни, бояться смотреть в зеркало ночью при хорошем освещении нет смысла. Но вот в темноте все-таки делать этого не стоит, как минимум потому, что вам может показаться, что в доме еще кто-то есть. Вы, возможно, даже не вздрогнете, а вот ваше подсознание отреагирует совсем иначе, и как следствие вы получите бессонницу или кошмары во сне.